Всем привет, дорогие друзья, с вами я на канале Алексей. И сегодня на анбокс к нам попала камера 360 Insta360 Nano. Insta360 для нас название уже знакомое, так как мы сталкивались с Insta360 4K, которая снимала в ультра большом разрешении. Также она использовала Wi-Fi сеть для соединения с телефоном. Но сегодня у нас ее младший брат на анбоксинге. Давайте же вскроем, посмотрим, что у нас идет в ней в комплекте. Первое, что мы видим, это то, что на боку коробки написано, что она сделана для айфона. Ну, собственно, не видно. Давайте вскроем и посмотрим. Коробка открывается у нас слайдом. Жух! Все, откидываем внешнюю упаковку наружу. Она нам не нужна. Самое интересное, что можно наблюдать внутри коробки, то, что внутренняя часть коробки еще является и картборд. Та самая картонная версия очков виртуальной реальности от Google. Для просмотра виртуальной реальности. Смотрите, чинк, присобачили и смотрим. Ну, видимо, это такой пасхальный элемент этой упаковки. Ну, давайте вскроем, посмотрим, что у нас идет внутри. Итак, первое, что мы видим, давайте, это то, что у нас состоит из двух частей. Слева, ой, какая приятная на ощупь, махровая поверхность, черная, аккуратная. В ней у нас была инструкция, еще одна инструкция, две инструкции, да, я так понимаю, это... На китайском родная, это, видимо, на каком-то еще, и гарантийный талончик. Все это круто, откладываем в сторону, не нужно. Внутри у нас идет чехол для камеры. Вау, круто, она маленькая, компактная, она просто универсальная. Нано-камера оправдывает свое название. Еще с чехлом в наборе. Давайте посмотрим, что у нас идет еще в наборе. Собственно говоря, сама камера отложим пока в сторону, не будем ее трогать. Здесь также идет вот такая вот маленькая коробочка. Я так понимаю, что, смотрите, очки. Просто очки виртуальной реальности. Присобачил телефон. При этом смотрите, как интересно выполнено. Вот эта вот панель, где у нас была инструкция, она же годится, собственно говоря, для того, чтобы поставить туда телефон. Поставили и смотрите. Классная тема. Здесь у нас идет маленькая коробочка, упаковочка. Скрываем ее, и внутри у нас оказывается не что иное, как провод подключения к телефону. Он уже зарядное устройство, да? Ну, видимо, универсалка. Откладываем в сторону, шнур нас особо не интересует. Давайте посмотрим на саму камеру и почему она, собственно, предназначена для айфона. Ну, собственно, тут все на поверхности понятно и видно. Сам разъем крепления камеры предназначен для айфона. Толщина и зазор позволяют крепить, только не знаю, к какому именно. В инструкции на обзоре уже будет более известно все это подробно. Но, собственно говоря, берете, крепите к разъему, переворачиваете, включаете девайс, приложение установленное. Включаете камеру и начинаете записывать. Все, работает. 360 записывается прямо на ваш iPhone. Здесь у нас внизу разъем под microSD карточку, microUSB для заряда камеры. Никаких внешних кнопок управления не наблюдаю. Вижу две линзы, опять же, несимметрично расположены, на них защитная пленочка. Все, больше ничего нет. Сверху маленькое отверстие, я понимаю, что это микрофонное отверстие, если мы не используем внутреннее. А нет, вот она, кнопка управления, главная. Видимо, само включение камеры. Ну и все, больше в комплекте ничего нету. Вот такая вот миленькая, маленькая, миниатюрная камера для вашего айфона. Ну или не только для айфона, понятно, что мы можем использовать ее для чего угодно, она маленькая, компактная. Ваше мнение вы можете оставлять в комментариях под этим видео. Если вам понравился этот анбокс, можете поставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Алексей, и всем пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова